Сможет ли мини-футбольный клуб «Тюмень» продлить победную серию в чемпионате российской пари Суперлиги? Сейчас она составляет 3 матча. Но то, что команде Максима Горбунова в ближайшем туре будет крайне непросто – факт. Тюменцы отправятся в столицу Коми, где своих соперников принимает новая генерация. Клуб из Сыктывкара на старте сезона стал одним из возмутителей спокойствия. По итогам 5 туров в таблице эта команда с 20 очками идет на втором месте. Что касается сибиряков, то они с 11 набранными баллами – 7-е. Настроение, в принципе, в команде хорошее, несмотря на не очень качественную игру, наверное, с сибиряком. Добились 2 побед и двигаемся дальше. По сопернику успели посмотреть ряд нарезок, как они действуют в этом сезоне, за счет чего им удается идти к вершине таблицы. Будем противодействовать этому. 2 декабря матч в Сыктывкаре начнется в 21 час по тюменскому времени, а на следующий день в 18:00.